Вот вопрос ко всем. Стоит машина гаишная. Гаишники в зимней форме. Все нормально. Для какой цели? Вот я же за ними минут 5 стою. Работает автомобиль. Палит наш бензин, который мы платим им. Специально форму им дали теплую. У меня машина почему-то не заведенная, все нормально. А у них мерзляков что-то не получается.